Всего с начала года поддержку от государства в осуществлении индивидуально-предпринимательской деятельности в Сюдхольском районе получили 15 человек на сумму более 5 миллионов рублей. Чойганол Сад – один из тех, кто смог получить помощь в рамках социального контракта. Долгий период времени мужчина не мог найти работу в селе Карачира. Зато нашел в себе талант к столярному и плотницкому делу. С этого года я стал самозанятым. В рамках поддержки я получил 350 тысяч рублей. На эти деньги я закупил себе станки, так как очень увлекаюсь столярной работой. Сейчас работаю вместе с младшим братом. Работы у нас очень много. Благодаря его труду сюдхольцы теперь могут заказать подарочные юрты, сундуки, стулья и не только. Социальный контракт помог в полном объеме раскрыть талант Чойганола Сата. Также в Сюдхольском районе в рамках господдержки появился первый массажный кабинет. Я массажист, но я окончила среднее профессиональное образование. У меня специальность, я медицинская сестра. В 2022 году от государства получила вот социальный контракт в сумме 250 тысяч рублей. Спасибо государству за такую возможность. Массажный кабинет дарит сельчанам не только здоровье, но и красоту. Девушка там же обустроила и уголок для маникюра. В планах пройти обучение детскому массажу, так как таких специалистов в селе Сугаксы нет. Оформляет эти соцконтракты территориальный отдел Центра занятости. Сначала предоставление государственной социальной помощи на основании социального контракта. Это с 2020 года. До настоящего времени у нас в целом, покажу, мы получили помощь 361 человек на общую сумму, которая им была предоставлена, это 39 миллионов 811 рублей, 440 рублей. Центр занятости, помимо помощи в осуществлении индивидуальной предпринимательской деятельности, помогает искать работу и вести личное хозяйство. Для получения необходимой информации по интересующему направлению необходимо подойти в территориальный отдел службы. Арлана Байдо, Буян Мунгуш, Самдам Иргит, телеканал Тува-24.